Деревья мешают. Вот сколько раз вот сирень расцвела. Чтобы взять восход самый от земли, как она отрывается. Ну, никак. Сегодня уже скорее. Ну, из-за деревьев хотел показать, как восходит. Уже сейчас там гимнастика, надо мной там заниматься с ногами. Сейчас считается слово Божие. О, какая-то там машина стоит уже. Это вот все хотят отгородиться, видимо. Хотят здесь большие вот такие дома. По 22 этажа. Тут уже все развернули. Вот оно. Ой-ой-ой. Даже не знаю, где подойти, чтобы заснять. Я из-за солнышка прихожу. Вот трах стоит какой-то. Они уже готовят для крана. А это вот идет рукав от Аби. Он в тупик упирается вот здесь, около. Дальше уже нет. Она, вода тут недвижимая, но с Оби она соединенная. И вот из-за деревьев выплывает солнышко. Будем считать, что прямо за горизонта. А уже полностью за горизонта. Я даже не знаю. Только на море вот я плавал, там можно. Вот здесь что было, все они уже разровняли, песком подняли. Вот как они выходить, люди будут, видимо, со стороны. Сюда ходу им нету. Вот так. Кто на той стороне там? Там люди. То ли рыбачат, то ли что. Показать тут. Это и на той стороне специально показать. А машины стоят. Дома в основном деревянные. И вот эти вот большие дома красивые. Там волна, бригантина. А вот здесь дорога, по которой выходит. Они уже ее сделали. Все там убрали, что надо. Деревья спилили. Вчера гляжу, там он даже еще пилит. А что они хотят сделать? Одна пляж, наверное, там будет. На этой стороне. Работают. А то власти нету. Власти нету, это когда железная дорога в данном участке хотя бы зарастет травой. Вот это? Тогда да. Вот сейчас они, видишь, что сделали? Вот это какие деревянные ставят. Я не знаю, что. По-моему, они на них теперь вот так горизонтально еще присверлят длинные, как такие вот бруски. А на них-то, да, ну тогда что, забор? А забор какой? Ну, это везде сейчас такой ставят, чтобы лишний не лезли. Вот такой вот, там видно где. Аллилуйя. Дивный Господь, слава Ему вовеки. Так, я отхожу. Это сегодня 25 мая 2023 года, четверг. Вот тут деревья, которые уже подпилили, что они не мешают. Видимо, так уже это решили. А от них ветки. А дальше все заросшее. Так что мы можем смело сказать, что, ну, по крайней мере, в этом году нас никто не тронет. Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой, в сердце повторяй. Удивляться будешь, говорит, как он совершил. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Вот оно, солнышко поднимается прямо из-за веток. Ну, так охота, чтобы... Вот закат могу показать в деревне. Там деревьев нету, можно подняться выше. С горья где есть. А тут... Тут ничего. Ну, город Барнаул. Что сделаешь? Вот оно восходит. Слава Иисусу Христу, слава. Аллилуйя, аминь.